формат стрима не очень позволяет получать действительно живую обратную связь. Это все-таки не формат диалоговой площадки и открытой дискуссии. Но тот спектр вопросов, который задавался сегодня в стриме, общаясь с многими гражданами, я их уже неоднократно слышал, но в той или иной интерпретации. Поэтому я считаю, что все-таки стрим свою задачу выполнил. Мы ответили на те вопросы, которые волнуют наших граждан. Насколько это эффективно будет в работе по популяризации вакцинации, мы увидим на цифрах в ближайшие дни и недели. Если такой формат работы действительно стимулирует рост числа граждан, которые готовы вакцинироваться, мы его готовы сделать традиционным. Потому что, согласно определению ВОЗ, вакцинация – это простой, безопасный и эффективный способ профилактики болезни. И для коронавируса это определение тоже верно на 100%. Вакцинация – это то, что позволяет снизить количество тяжелых форм, снизить летальность, уменьшить нагрузку на систему здравоохранения, а главное – сохранить жизнь и здоровье нашим гражданам. Поэтому мы этим будем заниматься на плановой основе, будем заниматься постоянно, используя разные формы убеждения и общения с нашими гражданами.